азм, есть, буки, веди и так далее. Много очень есть слов на свете славянских, но ни одно из слов не описывает звук этого выхлопа. Пиздец, блядь! Почему? Потому что на самом деле, казалось бы, на незначительный объем, да, это не 5,5, не 6,3 машина. Но все же, когда слышишь этот звук со стороны, каждый раз удивляешься. Каждый раз очень приятно восхищаешься, очень завораживаешься. Это мое мнение на самом деле. Здесь мы установили спортивный резонатор, здесь мы удалили катализатор, поставили пламегаситель, здесь мы удалили из системы банк, здесь мы установили черный насадку. Обратите, кстати, внимание, ребят, то, что вся машина, она без хрома, и, соответственно, насадку мы выбрали черную, а не хром. Это тоже важно. Владелец приехал к нам. Как ты приехал, кстати? Как ты нашел нас? Ну, я нашел вас в Инстаграме еще год назад, и уже давно тогда еще приметил. Думал, пацаны нормально делают. Тем более, смотрю, к вам приезжает очень много вага, и я решил к вам съездить. И вот, сделали вообще классно. Подожди, тут вообще песня. Сейчас мы ее протестируем, послушаем, как она звучит в салоне, как она звучит, так скажем, на улице. Были прострелы такие уже? Да, не, вот сейчас вот только появились. Яркие прям. Да, приятные такие, не противные. Классно вообще. Вот она такая с завода должна быть. Да, вообще. Земля и небо. Земля пуха. Она как будто даже едет по-другому. С тестов сейчас, твои впечатления снаружи, как она звучит? Ну, я скажу так, я изначально думал, что, может быть, он будет слишком громкий как-то, но звук оказался сбалансированный вполне, и особенно приятно, когда газуешь, вот как раз когда агрессивное вождение, все дела, она отразится больше всего в этом плане. Ну, и могу сказать, что в салоне тоже вполне себе комфортно, то есть я не почувствовал каких-то, хотя мы здесь гельмгольц не ставили, но резонатор специальный, очень-очень хорошо, басово, но это за счет как раз вот элементов, которые в начале выходной системы стоят. Я поздравляю, удовольствие от звука выхлопа. Спасибо. Ребята, если хотите так же, если у кого-то ВАК. Volkswagen. Das Auto. И не хватает звука, не хватает эмоций, прежде всего, от вождения. Того, чтобы надавить на тапочку как следует и порадоваться при этом. Приезжайте обязательно, мы настраиваем не очень громкие выхлопы, как вы могли заметить, но они очень приятные. Ультравыхлоп, welcome.